1938 год. Что-то непоправимое случается с человечеством. Солнца много, а места под ним мало. Так считает Гитлер. В Западной Европе разгул фашизма. Английские и французские политики закрывают глаза на ползучую агрессию. Под лозунгом объединения немцев Германия присоединяет Австрийскую республику. Австрии больше нет на карте. Но наши никого не боятся. Советский народ живет бедно, боязно и весело. Потому что в кино идет «Волга-Волга» и гордо. Потому что в кино идет Александр Невский, Сергея Эйзенштейна. Крупнейший советский кинорежиссер не случайно обращается к теме победы над тевтонскими рыцарями и снимает исторический звуковой фильм о древнерусском князе Александре Невском. Во время его правления Русь сохранила свои земли в условиях татаро-монгольского нашествия и отстояла свою независимость от католического Запада. Тема борьбы с внешним врагом была созвучна предвоенной эпохе. И даже больше. Под тевтонскими рыцарями вполне отчетливо подразумевалась нацистская Германия, а под Новгородской Русью – Советский Союз. Тема крестоносцев звучит как характеристика современных агрессивных сил. В основе сюжета – героическая борьба дружины Александра Невского с тевтонскими рыцарями-крестоносцами и победа в битве на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Эйзенштейн приглашает к сотрудничеству Сергея Прокофьева. Композитор с удовольствием принимает предложение, но в советском кинематографе еще не усвоено искусство написания киномузыки, и Сергей Прокофьев отправляется в Голливуд для изучения техники музыкального оформления фильмов. Работа шла двумя путями. Либо режиссер показывал композитору законченный фрагмент от снятой пленки, представляя ему самому решать, какова должна быть музыка к нему. Либо Прокофьев заранее писал тот или иной музыкальный эпизод, и Эйзенштейн на его основе строил зрительный ряд. Бывало и так, что режиссер рассказывал Прокофьеву о каком-то эпизоде, иллюстрируя его карандашными рисунками, а потом делал съемки, исходя из готовой партитуры. Начало фильма – симфонический пролог, вводящий в суровую атмосферу эпохи и событий. 13 век – один из наиболее сложных периодов в истории России. Продолжаются княжеские усобицы. К восточным рубежам страны подходят грозные завоеватели из глубин Азии – монголо-татары. «Песнь об Александре Невском» – это рассказ о недавней полной победе Александра и русского воинства над шведами, после которой ему было присвоено имя Александр Невский. Величавая мелодия повторяет особенности древнерусских былин с их неторопливой интонацией. Текст и музыка выдержаны в эпическом духе. Эпизод «Крестоносцы во Пскове». Здесь впервые сталкиваются противоборствующие образы. Суровому католическому хоралу рыцарей и воинственным фанфарам противопоставлены скорбные напевы и трепетное эмоциональное звучание струнных инструментов, воплощающих народное горе.
давних пор на Руси существовал обычай возвещать о важных событиях ударами набатного колокола. Оркестровое вступление к хору «Вставайте, люди русские» имитирует тревожные и грозные колокольные звучания. Боевой удалью и отвагой дышит основная мелодия хора, рожденная русской народной песенностью. «Ледовое побоище» – центральная грандиозная симфоническая картина с участием хора. Пустынное зимнее утро перед началом побоища. Издалека доносится звук тевтонского рога. Прокофьев очень долго искал тембр для этого сигнала. Он считал, что он должен быть неприятным для русского уха. В фильме этот сигнал исполняет валторна, записанная со специальным искажением. Крестоносцы идут по льду Чудского озера под угрожающий звериный рев огромных труб. И от этого рева стынет кровь в жилах. Этот эффект необычного звучания придумал Прокофьев. Он заставил фанфары играть, дуть прямо в микрофон, против всех правил звукозаписи. Ведь струя воздуха искажает звук, давит на мембраны микрофонов, и получается рев и треск. Этот звуковой эффект брак с точки зрения звукооператора, усилил драматургию эпизода, его эмоциональный настрой. Но вот в бой вступает дружина Александра Невского. У трубы звучит тема «Вставайте, люди русские!». Начинается русская атака. Хриплый рев рыцарских труб – это угроза всему русскому воинству, самодовольство, уверенность в своей безнаказанности. На фоне ритма скачки рыцари на латинском языке поют фанатичный хорал, доходящий до исступления. Батальный эпизод завершается почти зримой картиной катастрофы. Крестоносцы проваливаются под лед. Завершает эту часть тихая и светлая тема «На Руси родной, на Руси большой, не бывать врагу». На освобожденную русскую землю пришли мир и тишина. Победный финал, въезд Александра в Псков, отличается яркой праздничной оркестровкой. Александр Невский произносит свои знаменитые слова. А если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля. Мы вновь слышим перезвон колоколов. Псков встречает победителей. Этой музыкой, ставшей главной участницей фильма, Прокофьев предвещал победу народа в борьбе с фашистскими захватчиками. Сегодня эта музыка, сойдя с киноэкрана, живет полноценной самостоятельной жизнью. Фильм «Александр Невский» относится к плеяде лучших исторических фильмов 30-х годов XX века.